Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня у нас вот такой вот интересный мини-обзорчик. Сравним два музыкальных центра, практически одинаковых. Две Айвы выпуска старого 96-х годов. Это NSX V50 и NSX V70. Чем же они отличаются? Вот практически по виду они... Ну, буквально идентично. Здесь механизированная ручка. С пульта она крутится. Здесь светодиодик подсвечивается. Здесь немножко побольше светодиодик даже там блестит. Здесь клавиши подсвечивающиеся. Здесь клавиши не подсвечивающиеся. Монитор, то есть индикатор визуальный, практически одинаковый. Но здесь немножко поинтереснее. Как бы добавлено еще зелененьким цветом что-то. Вот. Здесь еще есть... В отличие от 50-ки BBE функция, то есть можно по высоким частотам регулировать. Здесь просто T-Bass есть. Ну, чем же еще отличаются? Функционал по практически одинаковый. Тоже есть караоке, выход на наушники. Лентопротяги практически одинаковые. Тоже имеется подсветочка такая кассетников. Вот. Все практически одинаковые. Колоночки тоже практически одинаковые. Динамики тоже стоят одинаковые. Ну, вроде бы написано, что V70 там побольше мощность. Ну, не знаю, здесь видите, вот идентичные практически колонки. Видите, только вот можно их определить по фазе инвентору. Видите? Они разные немножко. А так все практически одинаковые. По сопротивлению они одинаковые. Ну и сейчас даже повернем чуть-чуть. Вот видите, там все 16 Ом 6. Это surround спикер и main спикер. Основная 6 Ом и 16 Ом. И то же самое написано на этой колонке. И по размеру, по объему одинаковые абсолютно. Вот. Здесь сверху тоже чуть-чуть по дизайну отличается. А так практически все одинаковое. Вот еще раз посмотрите. Видите, индикатор какой здесь. Индикатор здесь. Вот. Ну и сейчас на паузу нажму заднюю сторону, посмотрим. Ну, вот задняя сторона 50-ки. Здесь у нас 120 Вт, видим, потребляемая электрическая мощность. Вот, что здесь есть? Это антенны. Здесь регулируемый AUX. Можно погромче делать, потише. Это на окружной звук вместе с диодом выход и... Там, значит, внизу еще сабвуфер можно подключить добавочно и на колонки выходы. 6 и 6 умный выход. А окружной звук 16 ум, да, но я тоже говорил. Вот здесь еще можно регулировать напряжение 120 вольт, 220, 240. Вот, ну, теперь это посмотрим. Вот у Айва 70 здесь уже добавлен CD, видите, оптический выход. Можно цифровой выход CD делать. Антенны такие же. Регулируемый AUX тоже. Есть добавлен еще аудиолинейный выход. Ну, и здесь тоже сабвуфер, все то же самое. Так, здесь тоже переключение есть на 120, 220 и 240 вольт. Ну и посмотрим. 135, видите, ватт написано. 135. NSX V70 моделька. Ну вот, в основном, вот такие две интересные модельки. В следующем видеоролике мы их
послушаем, как они играют. Синхронно включим диск и послушаем. До свидания, спасибо за внимание.